Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы нечасто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на аль-Башира. Хокинс, только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАК. Не время для какой-то вялой поддержки с земли. ЦНАП ведет нас в курс по десанту, но отправимся мы на ударное задание в Тегеран, аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли аль-Башира. Так что точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой добычей. Пожалуй, так и есть. В воздухе уже полно иранцев. Уровень срани 97%. День у Фарука аль-Башира будет непростой. Лады, пора веселиться! Как слышите? Слышу вас хорошо.
Отлично.
Аполло 4-6. Из укрепленного бункера выкатывают самолет. Мы пытаемся стартовать. Прием. 4-6, вас понял. Ориентируйся по тем трем бункерам напротив главного терминала. Используйте прекрасно и подсвети их на гарпуна 2-2. Так, удерживай на них. Прямое попадание. Это жнец один. У нас тут еще один истребитель рулит к взлетной. Отлично! Это жнец один. У меня тут под взлетной идут три машины. Возможно, это наша приоритетная цель. Ожидайте. Акула 4-6. Ожидайте подтверждения цели. Как поняли? Все понял. Так, Хокинс, приготовься достать его во время захода. Жнец один, это большой 212. Внимание! К вам на низкой скорости приближается один летательный аппарат с запада. Высота 502. Видите его? Прием. Понял вас. Это вертолет. Похоже, направляется к транспорту. Понял вас. 4-6 на позиции. 4-6, это жнец один. Для идентификации нашей цели нам нужно подождать, пока они выйдут из машин. Ожидайте сигнала. Понял вас. Бульдог 3-3. Мы вам подсветим для проведения атаки. Как поняли? Понял вас. Слышу хорошо. На подходе. Даем разрешение на атаку. Разрешение на атаку. Подсвечивает. 3-3 ожидает. Они садятся в вертолет. 3 секунды. Люди разбегаются. Можете их уничтожать. Ага. Это жнец один. Внимание всем подобным. Базу зачищают свои. Запрет на атаки наземных сил. Поняли? Понял вас. Слышу хорошо. Выключай камеру. Возвращаемся на корабль. Большой 212. Акулы 4-6 выходят из зоны действий. Понял вас. Ложитесь на курс 0-4-0. Над водой возможно движение. 212, конец связи. Акулы 4-6, идите к летаде. Правильный курс через 3 мили. Акулы 4-6, вышли на 2 мили. Крюк выпущен. Акула 4-6, крюк есть, идете хорошо, отдаю управление. Акула 4-6 на глиссаде, курс верный, отдаю управление. Принял управление, снижаюсь. 20 узлов, метка. 800, 750, 600. Мощность, мощность. 550, 500.